Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о восставшем суперкаре и грязи на дорогах. В свои лучшие годы компания TVR слыла производителем бескомпромиссных и быстрых автомобилей. Они собирались вручную, и на них выстраивалась очередь не только в Великобритании. В 2004 году владельцем компании стал российский богач Николай Смоленский, который пообещал дать марке вторую жизнь и сделать ее продукцию более массовой. Поиграв некоторое время в машинки, Смоленский понял, что эта тема не его, и актив он этот продал. Казалось бы, о марке можно было бы забыть, ведь новым владельцам досталось название и заброшенные цеха. Но TVR отказался умирать и представил свое видение будущего автомобиля, которую мы увидим осенью. В основе конструкции лежит трубчатая рама, на которой располагаются углепластиковые детали кузова. Благодаря этому решению масса автомобиля не превышает 1200 кг, что очень важно для спорткара. Под капотом располагается V-образный 8-цилиндровый мотор от Ford Mustang. Его мощность составит 500 лошадиных сил, ведь над ним поколдовали специалисты из Cosworth. Коробка передач пока положена всего одна, и это шестиступенчатая механика. С такой матчастью будущее купе будет разгоняться до сотни меньше, чем за 4 секунды, а максимальная скорость составит 320 км в час. Первые автомобили возрожденной марки будут продаваться по специальной, заниженной цене в 90 тысяч фунтов. Именно поэтому англичане уже собрали 400 заказов. Потом же будет дороже. Тут недавно, когда было похолодание и выпал снег, наши доблестные гаишники затеяли рейд. Нет, ловили они не тех, кто выпивши, а тех, кто не моет свой автомобиль. Мы не будем рассуждать о том, что полицейским неплохо было бы смотреть в прогноз погоды. У них есть план, и его надо выполнять. Ситуация с грязью в больших городах обусловлена стройками. Да, именно грузовики тащат на дороге мелкую глиняную взвесь, покрывающую все тонкой пленкой. По правилам они должны колеса мыть, а на деле им на это глубоко плевать. Господа полицейские, а может вы у строек постоите? Я помою машину, честно, но только вот после той бетономешалки. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».